Здравствуйте, друзья подписчики, приветствую вас на своем канале. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Этот ролик будет про ленивые голубцы, для ленивых и не очень ленивых. Но по-простому, но делается сложно. Где-то в течение 3 часов я сделаю описание. Все. Для этого нам понадобится вот фарш. Взял 700 грамм, вот такой свиной фарш. 2 килограмма капусты, пол кочана. Томатная паста, 1 морковка. Это у меня уже порезано, заморожено. Вот такая луковица. И риса. Риса чуть больше полстакана. То есть получается кружка где-то грамм 300, получается вот столько. Смотрим дальше. Открываем холодную воду. И в это время шинкуем капусту. Решил заснять я этот трэш. Это не гнилье это, да? Но это именно вот сухие листья. Вот они. Рис уже закипел. Сейчас трогать я его не буду. И вот я, смотрите, получается, чем время у меня очень долго займет это. Что я разбираю вот эту вот капусту. Разбираю ее и все. Подпишитесь на канал, вот смотрите, сколько я времени трачу на все это. Войду эту. Спасибо, кто подписался. Так, ну все. Оно, в принципе, сухие листья были вот здесь, вот видны, где сухие, да? Ничего страшного, берусь. Канал у меня немножко с юморцой, так что нормально. Алло, гараж все-таки, а не какое-нибудь вам. Не зря же и канал называется. Алло, гараж. Алло, гараж. А можно же сказать, алло, гараж. А можно сказать, алло, гараж. По-разному, понимаете? Смотрите, получается, как у нас рис доходит. Так, и теперь промываем рис под холодной водой. Режем луковицу, морковь и поджариваем. Лук, морковь, добавим масло, ставим на огонь, перемешиваем. Перемешиваем, обжариваем до золотистой корочки лука, выкладываем фарш на сковородку. На медленном огне 15 минут обжариваем, часто перемешивая, и солим. Поджарили мы до золотистого, выкладываем фарш. Добавляем масло. И минут 15 обжариваем на медленном огне. Прошло 5 минут. Пока обжаривается фарш, буду тушить капусту. Фарш доходит до готовности. Практически, видите, поменял цвет. То есть, чтобы он стал коричневый, а не красный. Немножко осталось
Так, вот налил я обычной воды и ложим туда капусту и закрываем крышкой, чтобы она пропарилась. И солим фарш. И выключаем фарш. Получается, он у нас жарился на маленьком огне минут 20. Видите, водичка еще есть, чтобы капуста вся пропарилась. Сейчас можно будет ее посолить уже. Поставил я сковороду на большой огонь, добавил огня по максимуму. Все равно что-то долго делается сейчас. Солью эту воду. В общем, смотрите, воды нету. Ложка я ее вычерпал, убрал. Теперь получается все. Все перемешиваем. Заливаем. Здесь у нас даже довольно много масла. В принципе, можно было. То есть надо было налить в капусту масло и немного обжарить там минут 5 буквально, но так как у меня много масла фарши, поэтому обжарю уже вместе с фаршем. Все. Переложу я все вот в эту сковородку. Я ее так называю ярославская. В Ярославле покупал в прошлом году. Мне ничего не пригорает. И это немножко стало пригорать. Все, получается нам. Только что я переложил. Жарить нам больше здесь не надо ничего. Но и жидкости никакой не должно быть. Должны быть сухие, то есть потом они остынут. И из них я руками буду лепить как котлеты и обжаривать на сковородке. Подождали где-то полчаса, пока остынет все. Добавлю я приправу к мясу и перекладываю все в тарелку. И сейчас будем обжаривать. Немножко я еще добавил специй. Добавил. Они, конечно, разваливаются. Меньше масла ложите. Смотрите, сколько у меня масла. Масло в руках течет все. Все, и такими ежиками делаем. Котлетками. Смотрите, аж масло, смотрите, сколько масла. Выпаривайте лучше, чтобы они по суше были. Меньше масла ложите. Что она не получится с ежиками. В конце видео вы увидите. То есть можно всю вот эту массу перемешать. На сковороде обжарить и все, потому что уже же все готово. Все, и вот 3 минуты она обжарилась. Потихонечку переворачивайте, но вот видите, она разваливается все равно. В общем, они совсем обленились, эти голубцы, честное слово. Ну, факт, вот реально. Вот видите, один голубец ленивый перевернулся, да? Вот этот, вот его кореш сейчас может тоже, смотрите. Оп-оп-оп. Наполовину, так скажем, вместе с братом. Вот они еще, видите, еще перевернулись. Ребят, самое сложное, эти ленивые голубцы, не беритесь никогда.
заканчиваю это видео про готовку. Я намучился 5 часов с этими ленивыми голубцами. Если бы они еще бодрые были, они обленились, хуже некуда. И все. Я обжариваю их. Вот так вот. Ну вот этот голубец нормальный самый. Сейчас я покажу, что уже когда не этот самый не получится у вас, то есть что будем делать. Равно же что-то надо же сделать. Ну так они уже готовы, они же все уже. Все четкие. Масло выжмем сейчас. Покрепче, чтобы они были. Вот этот получается сделался. Здесь берем тарелочку. Вот эти вот, видите, они не делаются. Если не делается ничего, смотрите, не будем мы заморачиваться. Сейчас мы сделаем все проще. Берем все вот это то, что делали. Оп, оп, оп. Вот так вот сделали. Правда, эти на вторую партию попробуем. Получится, получится. Нет, значит нет. И все. И перемешиваем. Чтоб не подгорало. Буквально минуты 3. Все, получается вот это вот у нас обжарено. Ложим тогда все. Не буду я запариваться с этими. Ну что делать? Это я тоже тогда положу. Смотрите, сейчас ложим. Все перемешаю. Сейчас все будет четко. Четко! Алло, гараж! 51.85. Это вам не какое-нибудь видео. Берем вот столько томатной пасты и перемешиваем до однородной массы. Уж спина болит. Мне надо ролики про спину теперь снимать. Вы думаете, что это есть нельзя, то я об этом буду есть. Я 25 минут пережаривал. Его вообще 15 минут надо варить. Капусту 20 минут. Да, у меня тут уже вообще все сделалось. Все приготовилось. Много мешать не надо, как я. То будет прям... так скажем, каша у вас. Все, пробуем. Думаете, что сделаю, не буду есть. Пересолил немного. Надо капусту, вы видели, сколько я солил. Немножко поменьше солить. Буквально чуть-чуть, незаметно даже. Очень нравится. Самое сложное приготовить ленивые голубцы. Пишите комментарии, кто готовил, кто хочет приготовить. Самое сложное. Я еще лучше уху второй раз приготовлю. Но ленивые голубцы. Единственное, попробую обычные голубцы приготовить. Но вот ленивый очень сложно. Очень сложно. Больше готовить не буду. Я так думаю. Спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Пишем комментарии. Спасибо вам.